тобой огонь. Понятно. Стоп, я же. Ух ты! Что я могу сделать? Да я бы тебе сказал. Я бы тебе сказал, что я могу сделать. Вот только. Кому-то закатать приус. Надо закатать приус. Ребят, можно с вами походить, ничего не делать? У меня кончились все вещи. В смысле? Ладно, я пойду, как самый добросовестный дровосек. Давай, я с тобой, что ли? Пошел. Эй, а кто ему кнопку стырил? А кнопку отдали? Только что Никита попросил. О, хрен ты стырил ты ее. Урод. Ах ты пидор. Ты можешь обжарить камень? Могу. Забирай свою кнопку, крест. У тебя есть обжаренный камень сразу же? То или вроде есть. Обжаренный камень? Нет. Да, да, жареный камень. А нахера он вам вообще нужен? Ща на счела. Вот я молодец, сделал мостик. Хе-хе. Ты прям красавчик. Кого хвостик? Вот дерево, я уж обрадовался. Стоп, это не... Блин, а? Ребят, тут дерево как бы надо залатать. Да пошел ты. Блин, хочу хоть фильм посмотреть. Че за звук был? Я рыцарь машине. Машине мент? Рыцаря в машине нет. А рыцаря в машине нет. А рыцарь вышел из машины. Что же делать, когда не хочет? Никто ничего делать. Я думаю, все делаю в этой шине. То есть у тебя уже есть кнопка, молодец. Еее, победа. Ребята. Машине. Что, точно? Что за такая херня будет? А у кого-нибудь паутина есть? Ноу! No. Окей. Okay. Блин, вот почему тут нельзя перетащить просто печку? Чем ее именно ломать? Не по фэншую, потому что... Кстати, у кого есть еда? А у меня есть еда. У вас паучонок стучится в окошко. Пусти его. Тебе нужно. Симпатично тут тебе. Модненько. Хорошенький. Хороший ковер. Ковер. Чё-то надо вам подлатать. А, я пойду поем. No comments. Короче, ладно.
четвертый сезон. Войти, я хотел войти, открыть дверь, но я промахнулся. Да ты красавчик. Ах ты. Шикадай, пожалуйста. Бутербродик съешьте, пожалуйста. А мне что на бутербродик положить? Есть что? Нет, я хочу на бутербродик положить. О, спасибо. А, где, кстати, у нас... А вы не хотите карту сделать? Хотите? Думаешь, золотые туфли одел все можешь? Я красавчик. Ну какой красивый, а? А? Какой красивый-то. Ну бам-бам. Короче, Илья идет за деревом, я за обсидианом. Только что я вернулся с деревом. Что делать с деревом? Хотите? За делом. Что за делать? Там на шею крипер напал. Ну ты покажи, где еще заделать, я заделаю. Ты отгадайся. Наверное... Наверное, что? Что сначала вон, скажи, Жень. Что заделать, а потом... Давай. Вон, Жень, видишь, лава идет. Сок, это че? Построить. Я? Бешка. Парник. Еще один? Турник. Ну, да. Ну, давай для хлеба. Ну, я тот уберу, потому что он убогий. Ты убогий, у тебя сам знаешь, чего. У меня все хорошо. Ай, тихо, нет. Ты понимаешь, что я только что сделал? Пизду ты сворошил. Блин, а чё я наделся? Если б я только знал. Просто не понимаешь, то, что у меня была лава, я её просрал. Как? Облил на её воду. Ну так правильно, сейчас я обливен туда. Ой, а обсидиан возьмёшь? Обливен? Нет, надо было лаву на воду. Лаву на воду. Или да, нет? Разницы нет. Воду на лаву. Не знаю, вот сейчас облил, у меня камень получился. Лаву на воду, там просто надо резко. Вон, видишь? Там. Если я что-то не резко. А, ты потому что ты идиот. Идем дальше, слышь? Никит, иди назад. Назад иди. Turn fall back. Со мной. Ну, да. Козлов этих. Вести. Барашка они этих. Спят. А я? А я не спи. Я не спи. А я тоже я спать тоже хочу. Ну и? Ну, во-первых, Никита, ты немного идиот. Потому что ты залил, конечно, именно то, что надо было заливать. Иди. Вот так. Ты болван. Ну топ. Куда? Ну и, ну и. Что? В воду, а, вода. В воду, дай мне, пожалуйста, ведрёчку. Кинь мне. Чё-то не сливается. Смотри, вот, ой, ой, вот сюда вот встань нам. Я с водой. Жалко. Сейчас приду. И больше не возвращайся. Вот тут ночь. И как ночь? Ты увидел ночи? Да этот. Я почему-то Эндерман называю ночью постоянно. О, подожди, сейчас крипер в лаву залетит. Дай мне, пожалуйста, вот. Если бы ты ее в лаву кинул, я бы долго ржал просто, люто. Люда? Ну чё? Обосрался? Это уже не смешно. Вот это я уже реально лаву просрал. Ты обосрался, да? А! Понятно, тут, видимо, после патча нельзя так сделать. Ну, нам. Ну. Ведёрко дай, пожалуйста.
Ну, а, хочу себе оставить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, что, блин. Прыщ надо в пещерах теперь. Какой сказать, прыщ, слушай. Прыщеру, да? Прыщ тебе между ними. Лиза! Лиза? Лиза. Лиза Лаптевых. Лиза Салаптевых. Ну и где ты, Илья? Ну, ну, ну чё, обосрался? Никак не пойму, вот я вам понятно, всё понятно. Ой, слушай, вот всё, Илюшка будет таким же модненьким. Почему? Или нет? Стоп, а это что такое? Стоп! Ну ладно, хороший флешбэк. Иди. Блин! Илья! Ух! А где ты? Угу. Я реально сейчас обосрался. Ади, это. Нет, погоди. Я твой ник сквозь траву вижу. Какой ты история? А, погоди, это швец. Вот какой-то тут этот. Просто золотая кладка угля, просто я уже только достал, еще хочу. Ну не трогай меня, тут и так стрёмно. Дожги лучше лавочку. Испугался? У меня нет. Вот вы сейчас что-нибудь слышали? Конечно. Не, ну реально. Ну кроме ничего. Ты специально жрёшь при, у меня перед глазами, да? Я ж тебе... У тебя там вообще батон остался. Ебать! Мой батон. Ну всё, Илья, пока я пошёл. Давай. Пошел. Тебе даже помогу немножко. Вот, вот так-то. Чтобы никто не вышел. Да ты... Что? Я все, конечно, понимаю. Вот тебе подарок. Пока. Нифига тут криперов. О, подарок. О, о, подарок. Не посука. Ой, Илья. А. А вот тут увидим. Ай. А, это нормально. Напал! А? Молодец, уронил меня. Там не стра. Да куда ты пошел? Иди сюда, ну ко мне, ну давай не будем разделяться. Угу. Потом вернемся как-нибудь. Угу, Эндермен. Не ты смотри что? На него. Я вообще в самом начале видел. Не смотри на него. Не смотри. Я так просто спросил. Вон тут лава, блин, есть ведро? Это лава. Тут взорвался. Ну а, Жей мне не отдал ведро. Я тебе предлагал, а ты сказал пофиг и убежал. Блять! Сука! Что это было? Я не знаю. Илья, у меня же даже меча нет, только не топор. У меня вообще ничего нет, но у меня есть тонны ресурсов, которые я должен безопасно и грамотно вынести отсюда. Я уже знаю, что я не знаю пути обратно. Я не знаю пути сюда, из дома. Так что на крайняк придется... Конечно, все понимаю. Ну, бункер. Обо что ты вот расскажи мне, поранился, можешь объяснить?
А, понятно. Там выход. Слышь? Сейчас, иди. Где? Я пошел. Давай. Ты уйди ты. Я на соседний. Нет, что ты пошел именно через железо. К выходу. Я бы не совсем сказал, что это выход. Я думал, там суши уже. А, ну тут темно. Илья! Что я могу сделать, ты такой интересный? Ты предупредил бы, я не знаю. Ну это выглядит. Я поворачиваюсь, тут этот сидит. Как тут не обкакаться? Иди сюда. Твою. Слушай, а у тебя есть дерево или факел? Есть факел. И дерево. Ну дай дерево. Дерево? Да. Да все, 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 хватит. Понятно, кому-то смс там пришло. Нет, просто опять же кого-то в друзья добавляет. На, мультимайнкрафт. Возьми, нет, это, блин, меня возьми. Какой-то канал есть. Вообще вообще-то есть. Ну вообще-то есть. Например, ТВ. О, одно. Хорошее. Тут это-то, ёпта. Ой, ёпта. Графончик. Айфончик. Айфончик, говно. Ну чё, я устал уже. Хочу всё достать отсюда и свалить на поверхность, потому что я больше, наверное, так долго в шахту не полезу. Другую планету? Да. Кстати, я обосрался от этого звука. Чё? У меня какой-то сосед форточку открыл для Джинрома. Так. Мы сюда. Оттуда шли или мы туда идем? Пройдите отсюда. Ух ты, что, вода? Что-то такое синее все. А,